повсюду в нашей стране знают. Грузия – это прекрасный уголок земли, где живет открытый сердцем народ, который издавна ценит человеческое благородство, вдохновенный труд, ратную доблесть, верность в дружбе. Торжествуй, моя Грузия, вечно цвети! Про геройство и братство, и веру сыновью, про величие и мудрость пишу я с любовью. Я пишу о твоем бесконечном пути. В Москве, на ВДНХ СССР, лучшие представители рабочего класса, трудового крестьянства, деятели науки и культуры, делегация Грузинской Советской Социалистической Республики во главе с секретарем ЦК Компартии Грузии Янукидзе с гордостью подчеркивали, что все достигнутое трудящимися Советской Грузии – наше общее достояние, результат нашего коллективного труда. За минувшие 6 десятилетий объем промышленного производства в Грузии увеличился более чем в 160 раз. Сегодня промышленные предприятия республики выпускают за 2 дня продукции больше, чем за весь 1920 год. Становление советского человека, творца новой жизни, воплощающего в реальность идеалы Великого Октября, определило особый подъем экономики, науки и культуры Советской Грузии. Ты прекрасна, республика, слава тебе! Мчится время вперед, путь сердцами разведан. Слава прошлым годам и грядущим победам! Слава дружбе народов и светлой судьбе!